Я считаю, что матч удался в плане того, что мы как бы просили, какие задачи ставили. Вот. Тяжеловато, наверное, перестраиваться после Лиги чемпионов, но, в принципе, мы и настраивали девчат, чтобы никакого там ни снисхождения или ни серьезного отношения к игре не было. Поэтому, в принципе, я доволен, как они сегодня действовали, были хорошие моменты. Значит, в первом тайме, после первого тайма в перерыве мы сделали определенные корректировки, подсказали кое-что, ну, в принципе, нормально, неплохо действовали сегодня. В втором тайме вначале немного показалось, что девочки потеряли инициативу. Заметили ли вы это, а потом как бы они включились? Нет, я не заметил, что инициативу потеряли, контролировали ход игры полностью. Вот. Ну, сопернику тоже надо, наверное, дойти пару раз до ворот, поэтому тут о потере инициативы или концентрации точно не было. С моей точки зрения такого не было. Девочкам сегодня полностью давали. Можно похвалить? Ну, любят они, наверное, когда их хвалят. Плохого ничего не могу сказать. Естественно, тренер всегда ищет моменты, которые надо улучшать. И они на самом деле есть, но постепенно мы, не мы, а они понимают, что мы от них требуем. И вот это вот радует.